Всем большой привет! Вы на канале Быстрые блюда и с вами я, Виктория. И сегодня мы будем готовить мясо с грибами в сливочном соусе. Блюдо невероятно вкусное и ароматное, настоящее украшение стола. Для приготовления нам понадобится мясо, у меня это филе телятины, лук, шампиньоны, сливки, сливочное масло, специи и зелень. Сбрызгиваем немного растительным маслом мясо и натираем его солью, перцем, чесноком и специями. И оставляем мариноваться минут на 15-20. Также для этого блюда вы можете использовать любое другое мясо – свинину, говядину или курицу. Пока наше мясо маринуется, мы приступаем к приготовлению сливочно-грибного соуса. Для этого нарезаем маленькими кубиками лук, небольшими кубиками шампиньоны и зелень. Точное количество ингредиентов вы найдете внизу под видео. На сливочном масле начинаем обжаривать мясо на среднем огне. Обжариваем минут 5, затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Обжаренное мясо перекладываем в тарелку и отставляем. В той же сковороде начинаем обжаривать овощи. При желании можно еще добавить сливочное масло. Начинаем обжаривать сначала лук. Затем добавляем шампиньоны. Солим, перчим, добавляем специи по вкусу. Выливаем сливки. Хорошо перемешиваем и оставляем тушиться на несколько минут. Затем выкладываем мясо в соус. Посыпаем зеленью, закрываем крышкой и оставляем тушиться минут на 10-15 на маленьком огне. Но смотрите, в зависимости от мяса, которое вы выбрали, свинина готовится быстро, говядина и телятина подольше. Этот сливочный вкус придает блюду нежность, а грибы делают вкус богаче и ярче. К гарниру подойдет картофель, гречка или картофельное пюре. Я буду варить картофель. Блюдо подаем с картофелем и зеленью. Очень советую попробовать этот рецепт. Он готовится очень быстро и получается очень вкусно. А я вам желаю хорошего настроения и до новых встреч!